Обеспечение продовольственной безопасности и стабильности цен, удовлетворение спроса населения на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию – задачи, которые стоят сегодня перед рынками и торговыми ярмарками. Все эти аспекты находятся под постоянным контролем ответственных лиц. Рассмотрим тему на примере Сурхандаринской области. На рынках Сурхандаринской области организация торговых ярмарок налажена по принципу «с поля на прилавок». Термецкий центральный дихканский рынок является одной из крупнейших торговых точек в регионе. Ассортимент богатый. На прилавках Эльге Хазмат имеются мясо, яйца, масло. 11 видов продовольственной и сельскохозяйственной продукции реализуются по доступным ценам. К примеру, мясо продается по 50-60 тысяч сумов за 1 килограмм. Стоимость яиц варьируется от 500 до 1 тысячи сумов. Крупные яйца весят 70 граммов, и они по 1200 сумов. Мелкие – по 400 сумов. Две штуки выходят около 80-90 граммов. При этом покупатель выигрыша. Когда мы объясняем это населению, то они приобретают яйца поменьше и по доступной цене. Согласно данным, с ноября этого года по апрель следующего, для нужд населения области потребуется 423 800 тонн продовольственной продукции. Потребность в говядине, баранине и мясе птицы, моркови, муке и яйцах полностью обеспечиваются за счет собственных возможностей региона. Из других же доставляют 2000 тонн рыбы, 71 700 тонн картофеля, 3800 тонн риса и 31 900 тонн лука. Надо сказать, что 12 700 тонн картофеля, 2900 тонн растительного масла и 15 900 тонн сахара покрываются за счет импортных поставок. Сегодня в целях недопущения искусственного завышения цен, обеспечения необходимой продукции рынков, ответственными организациями предпринимаются конкретные меры на постоянной основе. Цены очень хорошие, есть все продовольственные продукты. Я доволен. Стабилизация цен на продукцию достигнута и на дихканском рынке в Джаркурганском районе. Предприняты все меры для того, чтобы не было в ней дефицита. На складских помещениях рынка имеется запас продуктов питания. Необходимо также отметить, что в период пандемии с учетом санитарно-гигиенических норм на рынках области созданы все необходимые условия как для продавцов, так и для покупателей.